Продолжаем серию наших новогодних видео, и сегодня мы в гостях у Артема Сильвисюка и Кристины Сильвисюк вместе с Андреем Юренком и Екатериной Юренок. И сегодня у нас новогодние конкурсы. Для разминки первый конкурс. Чистим мандарины на скорость. Кто быстрее? Блин, какие мерзкие мандарины. Я пока погуглю мировой рекорд в чистке мандаринов. Это же, если вообще такой чистящий мандарин, что ли? Андрей, ешь! С моими пальцами апельсины чистить. Он может просто дырку в мандарине сделать. Одну штучку надо закопать в шкурках. Я слежу за всем. Так, так осталось уже-то всего ничего, а? Все. Второй раунд, и у нас конкурс распутывание гирлянды. Тоже, как естественно, на скорость. Ну, на мандарины это была разминка. А ты запутал их одинаково? Я старался запутывать их одинаково. Ну, сейчас Кристина опять скажет, что ей мерзкая гирлянда досталась. Тут надо дергать. Спокойно, ты... Вот, это будет защитно просто. Артем, не лезь. Вот она, работа в команде, взаимовыручка. Взаимобесечка. Знаешь, когда это... Тёма, не тяни, ну вот что, Дарю, не дергай. Андрей, что-то ты такое плохое уже делаешь. Боже, Катя. Что-то ты уже... Убери руки, пожалуйста, свои, ты мне только мешаешь. Сейчас, короче, к концу этого всего мероприятия... Еще и поругаемся? Плюс два развода в стране. Андрей, дальше еще конкурс, ты меня тоже не злишь. Вам еще потом вместе домой возвращаться, если что. Можно вечно смотреть, как горит огонь, как течет вода, и как другие люди распутывают эту гирлянду. Все. Да вы надоели. Сейчас руки отдохнут немножко, головой поработаем. В этом вот чудесном носке, значит, бумажки. На бумажках написаны имена. Это имена Дедов Морозов в разных странах мира. Вы по очереди вытягиваете оттуда бумажку. Откуда он? И пытайтесь угадать, откуда этот Дед Мороз. В какой стране его так называют? Третий раунд. Ну, давайте, да, вы. Давай, говори, читай. Агиос Василис. Это, как знаешь, заклинание. У нас при попытке, да? Как Василиск это был. Греция. Откуда ты знал? Да. Не, ладно, это правильный ответ, да. Вообще, изи просто с первого раза, а. Вы что, как же это? Это счастливый. На изи просто. Читай. Кто это? Я даже не могу объяснить. Йолупуки. В какой стране могли так назвать Деда Мороза? Как, ну давай. Ну, не знаю, давай, говори ты, как считаешь. Ну, с чем, с какой хотя бы частью там света созвучно? Да я вообще не знаю. Ну так Гренландия просто, ты ляхнул так. Ну все. Так еще две попытки, да? Да. Ну давай. Я? Ну да, Япония, допустим. Ну тогда без меня. Ну пускай это будет, не знаю, Швеция. Нет. Ну давай. Финляндия. О, 2-0, 2-0. Все, Дед Мороз и моя тема. Да, давай. Ну хоть где-то мы должны были уже выиграть сегодня. Не мерзкие там Деды Морозы, да? Ну пока нет, пока не мерзкие. Да это вообще нормально. Ой-ой-ой-ой. Ну читай. Корбобо или Корбобо. 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 Это точно не Скандинавия. Точно не Балканы. Мне кажется, это Индия какая-то. Нет. Не знаю даже. Мадагаскар. Туркменистан. Нет. Давайте ваш. Есть вариант. 3-2-1. Ирак, Иран, там вообще праздно. Нет. Но вообще вы были близко, это Узбекистан. Давайте, остается 2-0. Было бы, да, конечно. Зюзя. О, блин, я это слышал. Не знаю, я так Андрея дома называю. Зюзя? Это же прям стыдно. Ну, такое ощущение, что это просто белорусский Дед Мороз, да? А я просто не знаю. Зюзя. А вы можете попытаться? Да, белорусский. Да, есть же три попытки. Да? Правильно. Ну, вау. Фольклорный персонаж такой есть. Он не приносит подарки, но это как Дед Мороз, который разносит мороз. Увлин Увгун. Увлин Увгун. Я не пытаюсь найти смысл.
логическую цепочку, да, выстроить. Да. Знаешь, мне очень нравится. Мы вот, знаешь, ну мы хотя бы открыто говорим, что не знаем, а Серёга с таким очень умным видом, как будто он пытается вспомнить. Да, да. Сейчас, да, вот. Да, чертоги вот, разума. На языке, да. Я слышал недавно. Позавчера читал, да. Но надо просто вспомнить. Он готовился просто. Я учил. Вот, вот. Да не знаю, Молдавия? Германия? Нет. Грузия, может? Да нет, как Грузия. Монголия. И 12 points go to... Ну, прочитай. Снялись в Санкт-Петербурге. Ну, да, это Латвия? Нет. Литва? Да. Вот одно из двух. Серьезно, он умирал тщательно. Это последнее, да? Я даже не знаю, кто из нас более фартовый. Вайнахтсман. О, а, ну, в принципе. Германия. Да, это Германия. Поздравляю. Немерзкие Деды Морозы приносят первое очко команде. Самый главный конкурс. Мы сейчас будем вырезать снежинки. Новогодние снежинки. Кто быстрее справится, у кого будет самое красивое. Я даже вообще ничего не сказал. Сережа уже делает снежинку. Вот, короче, складываете треугольник, а потом вырезаете узор. Видите, даже ничего не успел объяснить. Все сами. Я даже никогда их не умела делать. Что здесь надо проявить? Мне, кстати, тоже в школе самый некрасивый получился. Мне нравится, что все начали говорить, что они ничего не умеют, но я не успел договорить, а вообще все, что уже по половине снежинок у всех готово. Да я не знаю, что нарезал. Я вроде человек, который ходил в художественную школу. Внимание, Андрей делает Грузию. Наконец-то пошел контент 18+, наконец-то. Веселее стало. Я почти готов, Юра, ты долго стал? Да все. Любому художнику надо вовремя остановиться. Да, говори, я тут слежу. Сейчас просто развалим. Отнимем разные части, да? Пять таких маленьких. Ну что, давайте вместе этот... Нет, давайте по одной сначала. Давайте я первый, чтобы я... Давай я на камеру буду, чтобы было видно. Давай. Подождите, пока получается монстр. Да, я же говорю, гиборг. Точно, ну реально. Открой до конца. Реально гиборг, а? Так. Ага, начало хорошее, кстати. Ну, кстати, что-то да, как будто и неплохо. Так это очень большая получилась. Ого. Очень красивая. Ну. Но рожицы я вижу, прям не могу отделаться от них. Это компьютерные игры дают о себе знать. Красиво. Очень даже. Красиво. Давай, Тёма, ты. Артём Сильвисюк, который гуглил, как вырезать снежинки. Это ложь. А вот, смотрите, тоже вот эти сердечки легендарные, да? Это бабочка. А усы, смотри. Усы. Это бабочка. А что ты имел в виду? Бабочка вот здесь, а сердечко вот. Там. А, вот сердечко. Да. А это бабочка, да? Извини, я сразу не разглядел. Сразу не разглядел, да? Он у меня квадратный, нормально. Ну, и усы, да? Ну, вообще очень красиво. Ок. Слушай, я нахуй вешу. Это можно даже как салфетку на стол положить. Артём, 5 лет. Мальчик Силя. Давайте, кто следующий? Давай. Ты на потом оставила, да? Так сказать, под конём. Снежинка Кристины. У Кати такая вся, она рюшная. И мы просто все сразу разойдемся, как увидим. Ну, Катю можно тогда вырезать. Так. О, смотри, так у тебя тоже... У меня уже эти. А у вас ты клыки, да? Завышенное ожидание, Катя. Клыки, глаза, клыки. Я вижу здесь. Не знаю. Здесь вот что-то недорезано. А, это такая задумка творческая. Задумка. Ну, прикольно. Ну что, тоже достойно. Да, достойно. Не так плохо, как могло бы быть. Ну, вполне себе. Тут вот даже вот эти вот недовырезанные. Это так задумано. Красиво. Оказывается, в общем-то, сложно сделать плохую снежинку, да? Все хорошие. Очень легко. Давайте. Так, о, это Пегас. О, кстати, да. Ну да. Сейчас раскроется, и там уже будет не Пегас. О! А это олень, это трезубец. Это Посейдон уже. А, Посейдон, кстати, да, раскрылись, смотрите, рога тут эти, точно, а? Знаешь, Катя, 10 дней до сегодняшнего дня тренировалась, да. Ну, в раскрытом все достаточно просто. Да? Горжусь нами. Короче, победила дружба в этом конкурсе. Все молодцы, ура! Да. Последний конкурс, финальный.
Условия простые. Нарисовать свои желания новогодние. Знаете, хочется как в школе вот так вот закрыться, здесь учебники достать. Да, если покажешь, расскажешь, уже не сбудется. Ну да. Да, да. Не сбудется? Нет. Обманывай. А здесь, короче, ну, такая система, что вот если видео нашего БГК ТВ показываешь, оно сбывается. Да. Это 100%. Ну, Артурчик, не дай бог, как говорится. Подожди, ну ты Порше не рисуй пока. Никому не рассказывайте, что я в художку ходила. Ну, кстати, ну, есть картина, счастливы. Я тебе потом покажу, которую я Артему нарисовала. Ого, по номерам? Нет. Иди покажи мне, пока. Ого! Ого! Да ничего себе! Прямо меня не видно, а, из-за картины, ну. Да, с пальцами у меня... А это черепашка ниндзя, а? Трехпал. Подожди, я так не могу. Я думаю, что ты меч не поймал. Воображаемый устал. Да, с пальцами у меня все-таки не лады, где-то занятие прогуляло когда-то. Надо мяч там в руке нарисовать, все-таки спортсмен. Не в ногах. Так, прошло 5 минут, рисунок Андрея, рисунок Артема. Какие у тебя рисунки белые? Андрей, загадай быстрее, чтобы ремонт закончился. У Кати, что, ремонт нарисовал? Вон у Кати уже строитель, да, со стремянкой. Девчонки взяли такие яркие фломастеры. Андрей взял черный, сильный, серый. Артур, у тебя какая мечта? Приблизительно будет у меня вот так вот. У меня мечта, чтобы на канале БГК было 100 тысяч подписчиков. Я вижу, Василий, прикольный человечек вырисовывается. У него тоже есть какой-то талант к рисованию. Шапки. Это я? Ты тоже поднабрала, судя по рисунку. Великолепно, однако. Почему Лёва красивее, чем я? Потому что я художник от Бога. Ну что, давай, Андрей, рассказывай о своих желаниях. Чего? А что ты рассказываешь? Все видно. Я хочу свой домик, чтобы у меня был домик. Домик? Да, обязательно был заборчиком с газончиком. Mm-hmm. Ну, вот эту лестницу я, честно, не хочу, чтобы была. Можно переделать. Да, да, да. Так, то есть, переделать. Вот так, да? Да, да. Ты закрыл доделанную часть набора. И вот елочку эту. Ну, елочку, знаешь, чтобы не наряжать, конечно, так что ж в моем дворе стояла елочка, и чтобы праздновать Новый год, вот так вот просто на улицу выходишь, вот здесь стоит елочка и все. И вот чтобы котик там был, и Катя. Да, Катя. Это Катя. Ну, больше, знаешь, на куклу могу. Мне же нравится, что они плюс-минус одного размера. Да, да, да. Красиво, особенно мне нравятся вот эти солнечные панели на крыше дома. Нет, это все черепица. И печка тоже. Черепица, да, печка. Я за экологию, горит. Это электрический магнат просто. Солнечные панели и печь. Это для Деда Мороза, чтобы он залазил подарки. Артем. Вот. Так, значит, вот так смотри, вот значит, это значит Артем, да, в колпаке, вот точь-в-точь, вот очень похож. Вот, значит, безумный взгляд. Кристина, мне очень нравится проекция ног у Кристины. Глубина, как говорила. Я перепрыгиваю через Дакоту. Это просто широкая стойка. Значит, кошка ваша Дакота, елка с подарками. Смотрите, чтобы просто для сравнения. Вот так Артем нарисовал Кристину, а вот так Кристина нарисовала Артема. Так, и что это символизирует? Это мы с семьей встречаем Новый год. Катя, давай, показывай. Тебя тут сборная соляночка. Композиция. Ну, это в центре мы с Андреем. Мне кажется, вообще, в принципе, на этом все строится. Самое главное, наверное, это любовь. Любовь в любви, так сказать. Ну и все остальное, это все то, что делает меня счастливой и... Ты кто-то с Лёвой еду просит и мяукает на весь дом? Нет, это просто с нами Лёвочка, ну вот, доделать ремонт, чтобы у Андрея все хорошо было в спорте, там, в работе, чтобы все были здоровы, ну, как бы. И чтобы границы открыли. Это самое, да, это главное, тоже очень, самое, вот этого не хватает. Открытие границ. Все, прекрасно, и все это в сердце, всем мир, так любовь и все. Ну, Кристина, ты больше всех прятала свой рисунок. Вижу Артема здесь, да, вижу Артема с кубком. Без глаз. Без глаз. Но улыбаешься. Но улыбаешься. Это... Без костыля. И самое главное, да, что здесь зачеркнут костыль. А это плюсики, это типа здоровье вокруг него.
Он прям... А я думал, это коронавирус летает вокруг Артема. Нет, у него прям очень много здоровья. Плюс здоровья. Ну, у меня просто самое простое желание на грядущий год, чтобы Артем был здоров. Прекрасно. Я считаю, что сегодня победила дружба. Да, мы дружили. Как... Какой там счет был? Да неважно, какой счет. Вы все молодцы. Вы закрыли свои детские гештальты. Нет, ну ты же модернист, а то, что мы тебе заплатили, что мы выиграли. Да, выиграли. Выигрывает пара Андрея, Кристина и Катя. 3-2. Дорогие болельщики, хотим поздравить вас с Новым годом. Пожелать вам побольше здоровья и чтобы все ваши желания сбылись. С Новым годом!